Всем здравствуйте. Так, мы потихонечку подключаемся. Тут у нас небольшие проблемы со связью были. Так, я надеюсь, что нас видно и слышно. Ну, я надеюсь, что вы, девчат, как обычно, напишите, что видно и слышно, и тогда мы потихонечку начнем разговаривать. Кто-нибудь напишет нам? Присоединились. Это замечательно. Да, и вам тоже сердечки, вам тоже машу. Девчат, будьте добры, кто-нибудь напишите, видно меня, слышно? А, все хорошо. Так, Виктория нам написала, что все хорошо. Здравствуйте, девчата. Потихонечку, о, слышно и видно, все, спасибо. Если сказать, что я, как обычно, переживаю, ничего не сказать. Сегодня на Катиной страничке, как всегда, по четвергам в 2 часа дня, я, Наталья Коклюгина. Я работаю в школе Екатерины Мирошниченко в Ростове-на-Дону. Ну, это если кто-то не знает. Вот. Я думаю, что нет таких. Я тут ископаемая, полезная. Может быть, не очень. Так, и несмотря на то, что началось лето и жара, мы продолжаем работать. И даже кто-то в прямом эфире продолжает. А знаете, я хотела вообще начать сегодня речь. Ну вот, четверг, 2 часа дня, я опять нервничаю. Так, ну мы объявили такую тему сегодня, художественная роспись, базовый уровень. Если у вас уже огромный опыт в работе, если вы уже давно-давно в этой сфере работаете, то, конечно же, вам, девчат, не обязательно все это смотреть, слышать, видеть. Но я думаю, что повторение мать учения, мы поговорим сегодня с вами о простых элементах, которые мы рисуем на азбуке линий, на художественной росписи в первый уровень. Такой курс есть в онлайне. Проходит офлайн в школах, в разных городах. Вот. И я хочу сегодня взять в основу работу вот с гель-лаками, которые будут относиться у нас вот, вот такой вот замечательный набор гель-лаков. Импульс, тоже уже многим знаком мастерам. Если кто-то не знает и не видел, то хочу, конечно же, ну, порекламировать, наверное, да. Я вроде бы стараюсь никому ничего не навязывать никогда. Но просто лето началось, и такие яркие, красивые коралловый цвет, оранжевый, желтый, голубой, яркий, зелененький. Если для любителей поспокойный цвет, такой красивый, 372. С красивым мерцанием таким, да, для любителей чего-то нежненького. Вот, классный набор, и он как раз для лета. Это как раз лето-лето. И мы возьмем каких-нибудь, ну, за полчасика мы не успеем все цвета взять в оборот, но хотя бы три из них сейчас возьмем в работу. Так, и вот возвращаясь сюда, мы не будем рисовать только веточки. Я предлагаю вам, например, сделать вариант с росписью и к нему же сделать вариант, например, с градиентом, и в котором будут участвовать как раз-таки цвета из набора «Импульс». Так, ну, нас и так уже много, в принципе, присоединилось, да, я потихонечку начнем. Начнем. Значит, в основу дизайна положим какой-нибудь нюдовый оттенок. И я, например, возьму 151 гель-лак. Это самый красивый гель-лак из свадебной коллекции. Наверное, многие тоже им пользуются. Очень красивый. Замечательный, с мелким-мелким мерцанием. Такой, знаете, цвет поднатуральный. Очень классно на нем смотрятся дизайны. Еще раз повторюсь, дизайн будет очень простой, очень быстрый. Именно хорошо бы подошел для мастеров, которые только начинают работать в нашей сфере и не умеют особо, допустим, рисовать. Так, и мы просушиваем цвет, девчат, как любые гель-лаки, сушим 30 секунд. Ну, сейчас, наверное, нам даже будет достаточно одного слоя. Хотя не факт, да, сейчас попробуем и двумя перекрыть. Ну, на клиентах, конечно же, это два тонких слоя, каждый в отдельности просушиваете по 30 секундочек. Так, ну давайте второй слой нанесем, так цвет будет намного плотнее смотреться. И на нашей полупрозрачной типсе
будет выглядеть во всей красе, с таким легким-легким золотистым мерцанием. Еще раз повторю, 151 гель-лак, коллекция свадебная. Просушиваем. Можно просто в основу взять какую-нибудь камуфлирующую базу. Номер 9, 10, 11, 13, всевозможные цвета есть. Вот. Ну а я взяла 151 гель-лачок. Видите, он такой красивый будет под матовым топом, и мерцание даже сохранится. Так, после этого берем в работу, я уже сказала, три цвета возьмем. Желтый, например, оранжевый, красненький, вот такой вот. 370, 369, 366. Вот, три цвета из коллекции «Импульс». Потребуется нам с вами кисточка для градиента, ну или кисточка амбре, она у нас называется. Так, ну и, конечно же, для прорисовки потребуется нам 5/0 кисточка, я беру белую синтетику. Так, и мы с вами сделаем вот такой вот небольшой замес. Таких вариантов дизайнов очень много на просторах интернета, и мешают все и все, что кому не лень. Единственное, что делаю так вот в такой технике и мрамор. Мне не очень нравится, вот, когда очень много гель-лаков смешано, потому что красиво получается, когда многоцветие, сложноцветие получается, но это все равно обусловлено толщиной покрытия. Поэтому чем больше начинаешь цветов добавлять, все красиво. Вы смотрите, как яичница получилась. Вот, значит, чем больше цветов начинаешь добавлять, тем толще получается слой. А мне бы не хотелось этого. Ну, посмотрим, и всегда можно немножко лишнего убрать. Так, и желтенький. Итак, все будет очень просто. Вы будете набирать на кисточку одновременно несколько цветов, как бы поддевая цвета снизу. И теперь, начиная сверху, аккуратненько посмотрим, как у нас ляжет. Вот так вот кисточку повернем, развернем и уведем вниз. Вот так. Значит, преимущество получилось белого цвета. Но, конечно же, он всегда перебивает, поэтому я сейчас вернусь и все-таки добавлю немножечко краснинки. Вот, вот, вот таким вот образом кисточку разверну и уведу вниз. Ну вот, немножко добавила. Так, теперь можно не просушивая, можно просушить. Возьму эти же цвета и немножечко тонкой кисточкой доработаю. И как будто бы, вот то, что я говорила, чтобы не было лишней толщины, можно немножечко взять и убрать лишнее. Немножечко добавим вот сюда вот оранжевый цвет. Вернемся к желтому. И, конечно же, это будет абстракция. Конечно же, это будет для клиентов, которые любят все, что угодно, кроме цветочков. Конечно же, абстракция. И гель-лак может лечь по-любому, абсолютно, даже совершенно непредсказуемым образом. Вот так пусть будет. И, конечно же, просушиваем. Просушиваем, ну, 30 секунд как минимум. Можно, конечно же, сейчас немножечко еще доработать. Мне хочется там добавить парочку каких-нибудь интересных белых поворотов, заворотов. Вот смотрите, например, если смотреть на готовые варианты, и видно, что на заднем плане под веточкой вот такие вот интересные развороты, повороты. То есть немножечко подчеркиваем, да, разворот, поворот, который получился с помощью гель-лака, который мы набрали на кисточку для градиента. Так, и вот возьму немножечко белого цвета. И немножко подчеркну, вот, например, отсюда снизу. С этой стороны.
На самом деле несложно и делается очень быстро. Я думаю, что можно удовлетворить желания любых клиентов с помощью вот таких вот незамысловатых дизайнов. Так, просушиваем. И теперь, девчат, вспомним, конечно же, перед тем, как будем рисовать вручную там веточку, да, какие-то элементы из художественной росписи добавлять, вспомним, конечно же, про декорации, которые всем известны в стране ими. И, конечно же, они могут участвовать в дизайнах как самостоятельно, так и сочетаясь друг с другом, плюс рисунок, плюс слайдеры, плюс все что угодно. И мы с вами сейчас возьмем, например, Шармикон, который есть у многих мастеров, квадраты черные, это 180 номер. Да, по-моему, так. Так. И давайте возьмем, например, какой-нибудь Шармикон с надписями. Надписи всегда очень сильно современнивают любой дизайн. Так, 167, по-моему. Да, 167. Так, вот такие вот надписи. И дополним к нашему квадрату. Шармиконы, многие мастера знают, что не надо прикреплять на липкость, на липкий слой. Они потом могут подняться, когда вы будете закрывать топом. Поэтому все-таки правильнее и, как скажем так, соблюдая технологию, чтобы они хорошо приклеивались и хорошо держались под топом, мы обычно делаем это, девчат, на топ без липкого слоя. В нашем случае это теклос. Теклос – топ без липкого слоя. Выравниваем поверхность с помощью текласа. Кисточку прижимайте к поверхности и наносите, всегда старайтесь, очень тоненький слой. Все гели, которые участвуют в промежутке, в любых дизайнах, да, в промежуточном этапе, конечно же, старайтесь наносить очень тонко. Просушивайте 30 секунд. Так, пока сохнет теклос, возьмем какую-нибудь красивую такую рамочку. Вернее, рамочки-то они все одинаковые, чуть побольше, чуть поменьше. Какую-нибудь красивую надпись. И пристроим ее в центр квадрата. А можно не обязательно, чтобы она там поместилась. Можно сделать так, чтобы она немножко выглядывала. О, это Эми. Вот так мы сделаем. Сейчас, секундочку. Так, ну, конечно же, надо взять пинцет, с помощью пинцета снять наклеечку с носителя. Ну, так как мастер сильно нервничает, поэтому хорошо, что есть ногти. Прикрепим Шармикон с помощью ноготочков. Так. Можно взять, конечно, безворсовую салфетку и разровнять поверхность, чтобы оно прикрепилось хорошенечко. Так, я не сказала, девчат, если вдруг есть возможность, здравствуйте, а что у вас за камуфляж на ногтях? Ага, это Soft Nude, компания Эми, Soft Nude, бежевый оттенок. Красивый очень, классно ложится, быстро просыхает и очень легко моделируется. Так, если вот, кстати, возникают какие-то вопросы, девчат, вы пишите. Ну, я по возможности прочитаю, или мне девчата подскажут, и я это смогу ответить, пока я здесь с вами. Пока я здесь нервничаю. Так, снимаем с носителя наклеечку с надписью. Так, символично сделаем. Попробую, помещается, нет, немножечко выглядывает. Давайте выйдем за пределы. А может быть, чуть ниже, сейчас мы посмотрим, как лучше будет.
Я ушла с экрана, чувствую, немножко неудобно, из-за телефона не вижу. Вот так вот. This is Amy. Так, прикрепили все, разровняли. А дальше, девчат, можно, конечно, нарисовать веточку и перекрыть ее топом. Но так как у нас есть возможность рисовать на готовой поверхности, и для этого мы используем эмпасту. Эмпаста – это гелевая краска без остаточной липкости, которой можно рисовать и под финиш, и на готовой поверхности. Поэтому, так как у нас есть такая возможность, предлагаю сейчас перекрыть ноготочек, например, матовым топом. В нашем случае это будет вельвет топ, матовый топ без липкого слоя. Перекроем и будем рисовать на готовой поверхности. Перекрываем. Поверхность выравнивается, да? Матовый топ, вельвет. Просушиваем. Просушиваем хотя бы одну. Лучше, конечно, любой топ сушить 2 минутки. Но так как мы с вами будем добавлять к дизайну, например, еще рисунок, да, очень простой рисунок с базового курса художественной росписи. Вот. Но так как мы будем добавлять, мы можем с вами просушить, например, 1 минутку матовый топ, нарисовать рисунок и просушить еще минутку. И тогда топ как следует просохнет, правильно, в результате. Так. Значит, рисовать будем эмпастой, уже сказали, гелевая краска без остаточной липкости. Еще раз повторюсь, какой кисточкой буду рисовать. Это будет линейная кисточка 5/0. Перед началом работы можно в капельке базы кисточку смочить, промыть ее, так как мы сейчас растянули с помощью этой кисточки гель-лак по поверхности. Да? Все, чистая кисточка. Вот так, на весь экран. Поверхность стала у нас матовой. И мы можем с вами теперь добавить веточку. Можем добавить, например, ее расположить по диагонали, да? Можно, например, снизу вверх, сверху вниз, сбоку, с одной стороны, с другой стороны. Неважно. Ну, единственное, что поперек не буду, она как бы расширит немножко ноготь. А вот по диагонали будет само то. Так, возьму немножечко эмпасты на кончик тоненькой кисточки. Можно попросить клиентку перевернуть пальчик, да, вот так, например. И вот сюда вдоль аккуратненько начнем кончиком кисточки. Чуть-чуть надавили на кисточку, кисточку поднимаем. Имитируем листочки на веточке. Теперь с одной стороны кончик кисточки нажимаете на кисточку, поднимаете кисточку. Нажимаете, поднимаете. Теперь с другой стороны. С одной стороны, теперь с другой стороны. Нажимаем, поднимаем, нажимаем, поднимаем. Это линии из базового курса художественной росписи. Все эти линии очень хорошо применять в работе, например, когда вы рисуете какой-то тигриный принт, да? Какие-то линии тонкие рисуете, какие-то тонкие. И вот как раз-таки очень хорошее упражнение на то, чтобы тонкой кисточкой добиваться делать красивую широкую линию. Нажимаем на кисть. На кончик кисточки поднимаем кисточку. Чтобы вы не рисовали листочек и закрашивали его краской, а чтобы вы нажали и сразу получили готовый листик. Ну, а длина будет листика зависит от того, как долго вы протягиваете, ну, как бы рисуя листик, да, как долго вы тянете эту линию. С одной стороны. С другой стороны. Не могу сказать, что я очень мало набираю краски на кисточку, но стараюсь делать это аккуратнее, чтобы работа была аккуратная, да, на выходе. С одной стороны. Давайте ее немножечко продлим вот сюда.
сделаем вид, что она у нас вот так вот сверху выходит, да, и спускается на нашу наклеечку, на нашу надпись. Так, и теперь аккуратненько, аккуратненько надо провести стебелечек между листочками, таким образом, чтобы листочки как будто бы выходили из стебелечка, да, ну это же так логично, чтобы это было тонко-тонко. Если хотите, чтобы кончики листочков были более острые, вы можете вернуться, тонкой кисточкой взять и продублировать каждый листик, как будто бы вытягиваете из него тонкое-тонкое окончание. Ну и просушиваете. Просушиваете еще хотя бы минутку. Ну, в любом случае, так как мы ничем больше не перекрываем дизайн, если вы просушите 1-2 минуты, хуже от этого не будет. Будет только лучше. Просушиваем. Ну, время нужно, конечно, все равно потратить на просушку, ничего мы с этим не сделаем. Так, и вот сюда я сейчас прикреплю вот таким вот образом. Ну, любой мастер, конечно же, должен понимать, что цвета, которые мы использовали в данном дизайне, да, они могут быть совершенно любыми, абсолютно любыми. Вот, к любым цветам всегда добавляйте белый, он всегда очень хорошо разбавляет вот такую вот абстрактную структуру. И вы должны понимать, что на бежевой основе, да, добавив любые цвета, все остальные пальчики могут быть любого цвета из тех цветов, которые вы использовали в этой абстракции. Ну, а так как дизайн мы сегодня рисовали очень быстрый и всем, в принципе, довольно-таки понятный, я предлагаю сделать градиент. И, может быть, у кого-то не получается. Может быть, кто-то делает в другой технике, вы сейчас посмотрите, и может, кому-то удастся, вот, допустим, повторить и принять это в работу, скажем так. Так, я тут приготовила где-то типсик. И из тех же цветов, которые мы с вами добавляли в дизайн, мы сейчас с вами сделаем градиент. Причем, знаете, можно градиент сделать таким образом, что, например, желтый будет сверху, там оранжевый посередине, да, там красненький будет на свободном краешке. Можно наоборот. Это абсолютно не важно. Вот смотрите, например, я вернусь опять же к образцам. Вот тут, например, желтый сверху, да, оранжевый посередине и красненький вот этот коралловый наш внизу. А здесь наоборот, красненький вверху, а желтенький внизу. Абсолютно не имеет значения. Так, ну, потихонечку поехали. Это просто у нас, как бы скажем, напоминание уже о пройденном у многих мастеров. Многие мастера делали да перестали делать, а может, многие и не начинали. А я вам покажу очень простой способ, как можно быстро сделать градиент. Первый цвет наносите совершенно вот маленькой полосочкой узенькой под кутикулу. Ну, кто-то отступает от кутикулы 1 мм и потом туда тонкой кисточкой заводит краску, гель-лак. Кто-то сразу подталкивает гель-лак под кутикулу. Ну, кому как удобно. Так, и второй цвет я наношу таким образом, чтобы первый и второй цвет занял примерно половину, да, ноготочка. Так, и теперь третий цвет. Третий цвет должен занять, конечно же, большую часть ногтя по сравнению с первым и со вторым цветом. То есть примерно половину. И что бы ни происходило сейчас, допустим, вот что бы сейчас у меня не происходило, или когда вы будете делать градиент, что бы ни происходило у вас, вот не реагируйте ни на что. Будем делать от начала до конца, я буду говорить, что я при этом думаю, чувствую, как я говорю девчатам, которые в классе делают градиент. Значит, нам обязательно потребуется салфеточка, об которую мы будем вытирать кисточку. Кисточка перед началом работы мы смачиваем в капельке базы и вытираем салфеточкой. Вот таким образом. Все. Вот кто-то нам присоединился и написал нам здравствуйте. Здравствуйте. Итак, градиент из трех цветов. Кисточка, амбре номер 4. Ну, на самом деле 4 это классно, но у нас никакой другой кисточки нет, поэтому она у нас одна единственная. Так, и, например, границу можно подмешать между верхним цветом и вторым цветом. Ну, так как на самом деле эти два цвета очень похожи друг с другом, да, один чуть светлее, один чуть темнее, можно, в принципе, не смешивать границу.
А вот, например, между оранжевым и красненьким цветом, да, вот таким ярким коралловым оттенком, я бы все-таки рекомендовала немножечко-немножечко подмешать границу, сходить по горизонтали туда и обратно. Все движения кисточки сверху вниз, сверху вниз, сверху вниз. Сводила туда, свернулась обратно. Все. Вот таким вот образом. Ну и теперь, внимание, совершенно чистая кисточка. Так, мы аккуратненько с вами туда-обратно, чуть ниже. То есть мы начинаем от кутикулы, как будто бы натягивать верхний цвет на нижний цвет. То есть не прерываемся. И что бы ни происходило, да, под кисточкой, нравится вам, не нравится, спокойненько проходите от начала до конца. Я обычно девчатам говорю в классе, да хоть пусть Дед Мороз в дверь войдет, а вы не прерывайтесь от самого начала до самого конца. Так, прошлись один раз. И смотрите, ваша задача в первом слое добиться плавного перехода цвета. Ну и что, что покрытие не совсем ровное, ямочки, канавочки, абсолютно не обращайте на это внимания. Важно смотреть на цвет. Так, и проходимся еще разочек. Так, спокойно в этот момент мастер сидит и думает, так, все хорошо, никакой паники, это только первый слой. Все будет хорошо. Зачем она сюда смотрит? Могла бы в окно посмотреть. Это же только начало. Как правило, знаете, когда клиент, ему уже не терпится быстрее задрать руку и посмотреть, что же там происходит. Так, ну вот здесь вот мне видно, я не знаю, не видно ли это на камере, потому что в увеличенном размере перед носом типса. И так все погрешности видно. Ну, пройдусь вот здесь. Мне самое главное, чтобы был плавный переход цвета из одного в другой. Ну, вот таким вот образом. Это только первый слой, и мы его просушиваем. 30 секунд. Просушиваем 30 секунд. И теперь наносим все те же цвета еще раз. Так прикольно, у меня горит прямой эфир и такие же цвета, которые мы сейчас в градиенте. Я не знаю, видно это или не видно, или только вот на моем телефоне. Прямой эфир и переход цвета такой же, прям как мы делаем сейчас. Так, еще разочек, это гель-лаки из коллекции «Мой импульс». Яркие, летние, красивые, каждый сам по себе очень здорово смотрится, но так как надо в один эфир впихнуть, ну хотя бы три цвета, поэтому мы с вами вспомнили и про градиент в том числе. Так, и теперь второй слой. Ну, вот смотрите, я обычно смотрю так. Мне достаточно и желтого цвета, и оранжевого, и красненького. В принципе, я точно так же и сделаю. Хотя, знаете, вот верхний цвет всегда можно нанести чуть-чуть меньше. Вот чуть-чуть меньше, чем даже в первом слое. И я стараюсь всегда второй слой наносить очень тонко. Потому что, когда первый слой высох, девчат, на поверхности же образовалась дисперсия, правильно? Если вы очень жирно нанесете гель-лак вторым слоем, то он просто потечет у вас к ростам, к кутикуле, к валикам. Вот, поэтому старайтесь всегда второй слой в градиенте наносить очень тонко. Кто-то написал «Привет». Привет. Так, и вот смотрите, опять же, пол ноготочка, но слой очень тонкий, очень тонкий. Так, и теперь опять же, ну вот здесь вот вопрос спорный, можно было бы не подмешивать, но вы знаете, потом просто проще все это дело переходит из цвета в цвет, а вот здесь довольно-таки яркая граница, поэтому если вы немножечко возьмете и смешаете верхний цвет с нижним цветом, вот так, да, то есть как бы, ну я имею в виду относительно нижнего цвета, видите, вот так чуть-чуть подмешала, а вот теперь чистой кисточкой, вытерла ее об салфеточку, совершенно чистая кисть. И теперь аккуратненько сверху начинаем потихонечку двигаться вниз. Все движения кисточки, давайте вот так вот медленно сделаю, очень медленные, спокойные, и движения кисточки сверху вниз. Вы как будто бы натягиваете верхний цвет на нижний цвет. Ну, в данном случае верхний на первый на второй, второй на третий и так далее. Так, все, прошлись от начала до конца. Так, и проходимся еще разочек. Туда-обратно, чуть ниже. Туда-обратно, чуть ниже. Туда-обратно, чуть ниже. Я четко туда, обратно и потом чуть ниже. Туда, обратно, чуть ниже. Туда, обратно, чуть ниже. Ну и вот смотрите, что у нас, в принципе, получилось. Так, кисточку вытираю. Неудобно. Через телефон.
Так, ну вот так. Просушиваем. Если мы хотим украсить наше покрытие какой-нибудь красивой наклеечкой, то помним о том, что любые шармиконы, любые наклейки лучше всего приклеить на топ без липкого слоя. То есть в нашем случае это Теклас. Покрываем Текласом, выравниваем поверхность. Даже какие-то, если погрешности остались при переходе цвета, когда вы закроете топом, ничего не будет видно. Все будет ровненько, чистенько. Просушиваем. И дополним наш вариант каким-нибудь красивым градиентом. Да, поставим сюда рядышком. Просушили. Приклеили надпись, например. Давайте что-нибудь прикольное. Мастер. Очень интересный вариант. Сделал мастер. А потом взяли гелевую ручку и вот здесь написали подпись. Мастер такой-то. Целую, люблю клиента. И закрыли топом. Давайте закроем тем же Текласом, например. Чтобы наш градиент был в полной мере виден. Просушиваем. Я с перепугу типсы потеряла. Так, вот такой красивый, сочный, яркий, летний. Сушим. И понятно, что не нужно делать дизайн на всех ногтях одинаково. Например, вы можете сделать вот так два ноготочка, а остальные ноготочки покрыть либо желтым цветом, либо оранжевым, либо красивенным вот таким вот 366 номером. У меня некрасивая бутылочка появилась на экране. Сейчас сделаю вот так, вытру. Или вот таким, допустим, да? Покрыли все остальные пальчики. И получилось у нас вот таким вот образом. Ну, я надеюсь, прямой эфир вам был полезен. Всегда хочется сделать, знаете, не какой-то конкретный дизайн, а какой-то такой дизайн, который можно было бы сделать в любом цвете, в любом виде, на любой длине и так далее. Я желаю вам, девчат, удачи. Слава Богу, выдохну. И пойду попью чай. Всем огромное спасибо за ваше внимание. Удачи во всем. Если будут вопросы, пишите. Мы, конечно же, постараемся на них на всех ответить. Всем удачи, девчат. И до свидания.